Работаем ягодичными мышцами. Шея остается в нейтральном положении. Давайте еще 8 раз. Начали. Можете поглядывать на меня, поворачивая голову, но затем сразу же возвращайте шею в исходное положение. Еще 4 раза. Осталось всего 2 подъема. Теперь можете вытянуть спину, опираясь ягодицами о пятки. Отлично, давайте поменяем стороны. На этот раз будем поднимать левую ногу, опираясь на правую. Левая нога поднимается вверх. 8 подъемов подряд. Начали. Сжимаем ягодицы во время этого упражнения. Главное, не останавливайтесь. Еще 4 раза. А можете 8, тогда вперед. У вас прекрасно получается. Тяните пятку к потолку. Еще 4 раза. Осталось всего 2 раза. Молодцы. Теперь можете расслабить спину. Теперь сделаем то же упражнение с 3 мини-движениями, как мы делали с другой ноги. Опираемся на согнутые в локтях руки. Поднимаем правую ногу вверх. Ненадолго задерживаемся в этом положении. И делаем 3 мини-движения вверх и вниз. Проделаем это упражнение 8 раз подряд. Не забывайте подтягивать живот. Тяните ногу, не ленитесь. Представьте себе, как вы будете смотреться в этих шортах. Еще 4 раза. Вытягиваем ногу вверх. И снова. Осталось всего 2 раза. Вы сможете. Последний раз. В исходное положение и расслабьтесь. Отличная работа. Теперь давайте снова поработаем левой ногой. Опора на правую ногу, мышцы живота подтянуты. Делаем маленькие подъемы, отсчитывая от 3. 3, 2, 1. Отлично. Отлично, вытягиваем ногу вверх. Уже почти закончили. Сжимаем мышцы. Чувствуем приятное напряжение. Еще 3 раза, держитесь. Еще раз. И последний раз. Расслабляем спину, вытягиваемся сзади. Теперь давайте сделаем следующее упражнение. Для этого я хочу, чтобы вы поставили ноги перед собой, обе ноги согнуты в коленях. Осторожно опускаем верхнюю часть тела на пол, ладони лежат на бедрах. Из этого положения мы будем тянуть бедра вверх. Кладем руки вдоль тела, ладонями вниз. Вам нужно приподнять ягодицы от пола и затем опустить их обратно. Мы воздействуем на ягодицы со всех возможных сторон. Зато подобный подход позволит вам довольно быстро увидеть результаты. Итак, еще 4 подъема. Еще 8 подъемов. Вперед! Ваши бедра и ягодицы уже должны гореть к этому моменту. Вы чувствуете? Осталось 4 подъема. Соберитесь силами, у вас все получится. Теперь сделаем 8 движений бедрами вверх-вниз, не опускаясь на пол. Поехали. Поднимайте бедра. Теперь закиньте ноги, согнутые в коленях, так, чтобы они прижимались к груди, немного расслабляя поясницу. Еще 3 движения вверх-вниз, а затем опускаемся. Итак, 8 раз. Начали. Вверх. И вниз. Переносите вес на пятки. Не забывайте о дыхании. Осталось 4 подъема. Осталось всего 2 подъема. И последний подъем. Отлично, вы здорово поработали. Потяните колени к груди и расслабьтесь. Великолепно. Теперь осторожно поднимитесь. Вы здорово потрудились. Живот. А теперь займемся мышцами живота. Для начала поставьте ноги на ширину плеч. Немного согните ноги в коленях, подтяните живот, расправьте плечи. Руки согнуты в локтях перед собой на уровне груди. Медленный поворот и туловище. Поворот направо, исходное положение. Поворот налево, обратно. Давайте сделаем это 8 раз подряд. Это хорошее упражнение для разминки. Не забывайте втягивать живот, когда делаете повороты.
Если выполнять это упражнение через день, то можно довольно быстро заметить положительные результаты. Еще 4 раза. У вас все получается. Из стороны в сторону. И последний поворот. Давайте выполнять повороты несколько быстрее, не останавливаясь в середине в исходном положении. Из стороны в сторону 8 раз. Отлично. Чувствуете, как поднимается температура тела? Еще 8 раз подряд. Вы можете это сделать. Плечи немного подаются вперед. И последний поворот. Хорошо. Сделаем глубокий вдох, поднимаем руки над головой. Вытягиваемся вверх за пальцами, опускаем одну руку, а вторую тянемся за голову, растягивая боковые мышцы брюшной части. Обе руки поднимаются вверх. Затем одна рука заносится за голову, растягивая боковые мышцы с другой стороны. Обе руки поднимаются вверх и опускаются вниз. Теперь давайте сделаем упражнение для стабилизации спины и живота. Для этого нам нужно опуститься на пол. Держим голову прямо, медленно опускаемся на колени, опираемся ладонями в пол. Теперь можно опустить голову. Втягиваем живот в себя. Это очень хорошее упражнение. Опускаемся на согнутые в локтях руки. Стоя в этом положении, подтягиваем мышцы живота вверх. Это упражнение разрабатывает все основные мышцы брюшной части, спины, бедер и ягодиц. Задержитесь вот в этом положении, постоянно подтягивая мышцы живота. Вы как бы играете этими мышцами, напрягая их по очереди. Втягивайте живот на счет 8. Думайте о дыхании, шея не напрягается. Теперь попробуйте выпрямить колени, образуя телом прямую линию. Задержитесь в такой позе, считая до 8, вы можете это сделать. Затем опускаетесь на колени и вытягивайте.